Здравствуйте, меня зовут Евгений, я являюсь шеф-поваром ресторана Якуми. Сегодня мы с вами будем готовить кораллы из семги. Для этого нам потребуется филе семги, рис отварной, соевый соус, сахар, томатная паста, уксус рисовый, фасоль, лук, болгарский перец, имбирь, чеснок. Начнем готовить с соуса. Для этого возьмем сковороду. Разогреем ее. Кладем томат. Затем вводим соевый соус. Уксус рисовый. Все перемешиваем. Сахар. Вливаем воду. Пока соус готовится, мы берем очищенный имбирь, нарезаем его тонкой соломочкой. Можно будет пластиками. Чеснок также нарезаем. Кладем в соус и провариваем 5 минут. Для приготовления коралла из семги нам понадобится филе семги, готовый рис, томатная паста, соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, сахар, фасоль, репчатый лук, болгарский перец, чеснок, имбирь и крахмал. Начнем с приготовления соуса. На разогретую сковородку выкладываем томатную пасту. Немного перемешав, добавляем соевый соус и рисовый уксус. Еще раз перемешиваем. Затем в будущий соус добавляем сахар и вливаем воду. Оставляем полученную смесь на плите. В это время нарезаем пластиками имбирь и чеснок. Отправляем их в сковородку. И ждем, пока соус проварится. Примерно 5 минут. Соус у нас сварился. Теперь нам необходимо его процедить. Переливаем обратно в сковороду процеженный соус. Берем крахмал, разбавляем его водой. Хорошо его перемешиваем и затягиваем его крахмалом. Для этого тонкой струйкой мы вливаем и перемешиваем соус. Соус готов. После закипания соус процеживаем, избавляемся от имбиря и чеснока и вновь отправляем на сковородку. В него тонкой струйкой добавляем крахмал, предварительно разбавленный водой и тщательно перемешанный. На этом этапе соус начнет густеть. Теперь займемся филе лосося. Для этого на филе лосося мы делаем насечку, нарезаем ее. Вот насечку делаем толщиной или шириной где-то сантиметр-полтора по диагонали. Как это должно получиться? Затем мы обмакиваем это все в крахмале. Затем поставим разогреваться масло и будем жарить рыбу во фритюре. Кладем подготовленного лосося во фритюрное масло и обжариваем его. Займемся семгой. На филе семги делаем насечки толщиной 1-1,5 см. Затем рыбу надо тщательно обвалять в крахмале. Жарить семгу необходимо во фритюре. Мы займемся овощами. Болгарский перец нарежем ромбиками. Также лук репчатый. И мелко порубим фасоль. Пока жарится лосось, мы подготовим тарелку.
выложим на нее подготовленный рис, сваренный предварительно, делая из него как бы подушку. Лосось поджарился, мы его вытаскиваем. Теперь доготовим соус. Нарезанный лук в первую очередь. И заливаем соусом. Соус готов. Поливаем этим соусом рыбу. Наше блюдо готово. Пока жарится рыба, нарезаем крупно болгарский перец и лук. Мелко шинкуем фасоль. Овощи обжариваем в масле и добавляем к ним нашу томатную смесь. Тщательно перемешиваем. Соус готов. На тарелку выкладываем рис, сверху кладем филе семги и поливаем соусом. Коралл из семги готов.